Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего визита на освобожденной от оккупации территории водрузил в небе государственный флаг Азербайджана. Кадрами поездки в своем аккаунте в социальных сетях поделился первый вице-президент Мехрибан Алиева, прокомментировав словами: «Дорогие соотечественники, мне очень приятно поделиться с вами видео нашего визита в освобожденные Физулинский, Зангеланский, Губадлинский, Лачинский и Джабраильский районы». Парель балы вот, да. Парель. Дизель палы. Yine de azat edilmiş torpaklar gayet. Torpakların berpası prosesi artık başlanmıştır.